साल दो महीना तक यहीं पर रहे ये गोकुल में, इसलिए तीन महीना दो साल के अंदर में कृष्ण सखाओं को साथ में कभी छोटी छोटी गोपियों को साथ में यहीं पर आकर खेला धुला यहीं पर करते थे, इसलिए इस स्थान का नाम पड़ गया रमण जति। इसलिए जो ब्रज में जैसे कृष्णा इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने एक तो गए और एक रूप में गए नहीं, एक रूप में है, इसलिए उन्होंने जगत में हमारी कल्याण के लिए कृष्णा केवल तीन चीज को छोड़कर गए। कितना चीज को, क्या क्या बोल दो जी, जमुना जी, रेती Хотя Кришна ушел из материального мира, для нас он оставил три вещи. Ямуна, это Дхама, Дхама, Ямуна Тхакурани, и третья, Гирирадж Гавардхан. Три очень важные вещи он для нас оставил, для нашего, для всего нашего благоприятного духовной жизни, святую Дхаму. Кришна совершал много лил здесь, в Рамана-арете, как обычно дети играют. Вы знаете, когда вы были маленькими в детстве, вы любили играть? Однажды Кришна, что он совершил? Как он обычно... Это обычно он также обсыпал себя песком, а потом, когда он оттуда как-то вот так вот выкарабкивался, получалась форма, которую он придавал, была похожа на форму какого-то животного. И также Кришна, он делал из песка домики. И когда он осыпал свои ноги, и затем тихонечко хотел вытащить ногу, чтобы этот домик остался, который он уже создал. Но он рассыпался, и тогда полубоги, они смотрели с небес на эти удивительные игры и удивлялись, как это возможно, Кришна играет в такие игры. Что же, он не может даже построить домик из песка, чтобы он не рассыпался? Лишь только по одному, как сказать, жесту Кришны, не только одна вселенная, тысячи вселенных могут созидаться в это мгновение. А полубоги, они видят, что Кришна, он не может даже построить из песка домик. И поэтому все деваты, они были настолько удивлены, насколько удивительные лилы Кришна совершает. Когда Кришна иногда сражался со своими друзьями, и Шридам побеждал его, Каная, он побежден, он объявлял всем, он становился на его грудь, и Шридама говорил: «Кришна, я победил тебя». Кришна отказывался: «Нет, я победитель». Шридам говорил: «Как же это возможно? Ты лежишь на земле. Ты посмотри, Кришна говорил, мой нос, он смотрит тут в небо, а твой опущен вниз. Так кто же является победителем?» Я являюсь победителем. Дурваса Риши, когда посадил Кришну на колени, и он сказал, Кришна, скажи, пожалуйста, скажи, кто победил, Шридама или я? Дурваса Риши хотел что-то сказать, что Шридам победил. Дурваса, когда это Кришна является моим поклоняемым божеством. Но Дурваса Риши не в состоянии был сказать ни одного слова. Кришна взял его за бороду, начал тянуть и говорить: «Ну-ка сейчас же признайся, кто из нас выиграл?» И в этот момент Дурваса приходил в это место, рассказывал удивительные лилы, особенность в Раджа, в чем она заключается. «О, Раде,
Пожалуйста, прими меня к своим лотосным стопам и не отпускай. Пожалуйста, одари меня мельчайшей частичкой пыли своих лотосных стоп. Единственная молитва, когда мы приходим в святые места, в раджа любовь, это когда же я смогу обрести, когда я смогу родиться во врадже, в форме маленькой травинки, и в то время, когда Удава, он просит в этой молитве, что когда мы можем обрести бхакти. Бхагавата бхакти очень легко доступно принятие остатки просада чистого преданного, также пыль с их лотосных стоп, и также вода, которая мыла их лотосные стопы. Это пыль и лотосные стопы, она настолько могущественна. Шринаратамдас Такур также молится для того, чтобы обрести в раджа прему, очень легко, доступно принять лотосную пыль святых. А мы молимся также, чтобы принять их пыль, лотосный стоп, всех Враджабаси, родителей Кришны, Враджагопи, их его друзей, Шридама Субала. Кришна также стремится к преданным. А ведь почему? Потому что он также сам лично утверждает, для того, чтобы обрести благочестие, я также желаю принять пыль лотосных стоп святых. Кто-то может спросить, а что, Кришна, ты что-то имеешь неблагоприятное? О, Кришна отвечает: конечно, у меня очень много неблагоприятного. Как же это выражается? Почему? Потому что, когда преданные, они служат мне, и я спрашиваю, просите любое благословение, как обычно материальным люди просят, в мире люди просят исполнить их материальные желания, дом, семью, даровать. Но когда преданные служат мне, и я не могу им отплатить, потому что они ничего не желают принять от меня. Поэтому я нахожусь в неоплатном долгу перед всеми своими преданными. Я хочу им отдать свой долг, но я не в состоянии. Как же я могу отплатить? Поэтому это является то, что я имею неблагоприятное. Поэтому я сам стремлюсь к преданным для того, чтобы обрести пыль с их лотосных стоп и возложить на свое Кши Читания Махапрабху. Почему? Потому что пыль лотосного преданного, она необычная. Или также Браджабаси, когда Кришна заболел, у него очень разболелась голова. Когда Нарадариши спросил Кришну, кто является самым возвышенным твоими преданными, Кришна устроил такую лилу. У него разболелась голова, и он сказал: у меня единственная возможность излечиться, если я приму лотосную пыль. Нарадариши пришел, он увидел вот этот сандаловую пасту, которую вот делает тилак. Вот вы знаете, что вот эта чандана, гопи чандана, как раз она имеет этот... Это пыль